Мне грабельки или что бы какие-нибудь надо взять. Так они там давно собираем. Грабельки. Никакого. Маленькими грабельками. Нет, они с грабельки. Куда? А? Куда это ссыпать? Я буду сейчас вытаскивать. Я много у него. А где? Маму спрашивают, зачем тебе грабы? Потому что разравнивать надо. Вот, я и сказала, я не понимаю. Потому что надо не там где одна, а солома из дома лошадь не висела. Вот, вы чего, когда вы знаете. Оно так быстро сгорится, сгорит будет. Можно землей, когда оно сгорится, засыпать и теплица готового. Убермаргинал и же сармат. Раскулачим вас! Убермаргинал и же сармат. И этот. Ну-ка, прекрати, с чего ты здесь и сядь? Ты будете сказать ненормальный. Дурак. Скиньте это видео Евгению Панасенкову. Как вот здесь? Дальше там надо сидеть. Вот здесь вот примерно. Евгений Панасенко, смотри, как надо работать. Вот. Вот. Ну вот одну сторону. Да нет, почему? Понял, Евгений Панасенко?
Видишь ты меня, Евгений Панасенков? Мы раскулачим тебя. Мама дала мне одно ведро, сказала, разрешила отдохнуть, но я сказал, нет, давай два ведра. Ну! Ты не жесите, и маме будет хорошо, она рада все будет. Она радуется? Нет, как бы тебе рада будет. Не бесись. Сколько я вам принес? Половину вы вынесли, еще половину есть? Да, половина там. Половину, да. Ну, полную не полную. Вы надо насыпали, знаешь? На уровне вот этого. Не знаю, будет говорить. На уровне вот этого? Вот, да, да, да. Да. Да, все время. Все время мы возили. Так, ну что? Так это, наверное, чем-то больше, чем ведрами надо носить. Нет? А? Это больше, чем ведрами где-то надо носить. Этого навоза весь перенести сюда, и будет мало. Вот так. Этого навоза мало будет здесь даже. Сколько есть, будем землей засыпать. Не надо сюда. Вот там где лопата, шип возле лопаты. Возле лопаты шип. Там солома, давай сюда. Сейчас я посмотрю. Вот здесь прям одну солому. Там говна на нас, а здесь солома. Понял, Евгений Панасенков, Наполеон твой лох. Ты любишь Перисы. Ты любишь Перис. Ты зачем орешь? Я не ору, я еще не готова. А вон туда прям слушаю. Ну хорошо, давай. Вот что-то надо. И... Ничего, убермагинал. Слушай. Что ты можешь, твоя философия ничего не может. Перестанешь. Ты работать не умеешь. Убермагинал, знаешь, это надо буржуй. Мусор собрать весь в огороде, сбросить вот этот парник и ту
вот этой земли подсыпать. Вот. Там пока выше. Да? Ну, вот сюда выше, сюда. Сейчас пойду посмотрю, сколько там. Там пол, там дофига еще, половину. Можно хоть бы так на половинку сделать. Да там хватит, что полный у нас. Там до тебя осталось. У вас косынки есть у всех, а у меня нет. Ну я все равно сумасшедший, мне уже не страшно. Не печет солнце, не печет. Так, куда? Сюда. Сейчас мы ладно землю надо убрать. А ты там будешь пустой. Бармагеннал. Я вызываю тебя на рэп батл. Я же Панасенко завис, да и. Мне просто, голову напекло, потому что вы не дали косым. Ты ходил туда? Надо было сказать матери. И сказал. Давай землю сейчас высыпай. И это, что там где-то? А чтобы высыпать, высыпай. Ну, давай, высыпай куда? Сюда высыпай. Все, высыпай. Так, что же делать, а? Бармагеннал, что ты, аж я же сармат, карлик. А знаешь, что, куда мы ее высыпем? Сейчас вон там он вымету, и туда в торце, вот так вот. И туда, мы тот раз так делали, в торце высыпем, а потом ее соберем сюда. А там навоз надо ложить, обязательно. Так, Саша, посмотри в углу здесь, я себе не... Как зайдешь сразу в углу, ну... Вот здесь вот в углу сразу, смотри, я себе не... А?